Музыкальная комедия «Шуйгун» «Левша» Национального музыкально-драматического театра «Коми» вошел в афишу 3-го Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация». Он пройдет с 11 по 19 сентября в Чеченской Республике. Наш театр уже принимал участие в фестивале 2 года назад. Тогда публика оценила арт-рок-мюзикл «Биармия». Спектакль «Левша» уже успел полюбиться зрителям Сыктывкара. В июне этой комедии театр закрыл 29-й театральный сезон. Спектакль по мотивам всенародной известной истории Николая Лескова о мастере и подкованной блохе написала коми-поэтесса Анжелика Елфимова. «Левшу» высоко оценили и жители Керчи на фестивале «Крымская театральная осень» в 2019 году. Зрители тогда отметили, что даже зная произведение Лескова, не ожидали увидеть настолько интересного «Левшу».